Три дня на границе. Очередь из фур на пропускном пункте в Гоптовках Харьковской области растет. Водители сообщают, со стороны России не работает система осмотра грузовиков. А сегодня такая же проблема возникла в Сумской области. Все детали выясняли наши корреспонденты. Дальнобойщик Андрей везет в Москву палатки. Пункт пропуска Гоптовка приехал еще в субботу и застрял. Пока Россия не пускает, не работает рентген. За три дня на границе выстроилась длиннющая очередь из фур. Условий никаких. Вот водители обустраиваются прямо на обочине. Здесь готовят еду, спят в кабинах. Сроки у всех, конечно, сроки доставки. Ну, как доставки? Доставка до границы. Да. Просто что грузополучатель ждет, грузоотправитель отправил. Ну, естественно, мы, перевозчик, страдаем от этого. Мы же стоим, за это деньги не получаем. Одни не выдерживают и разворачиваются, другие ждут до последнего. Так что соляра горит, вот что проблема. Что произошло на российской стороне в пункте пропуска Нехотеевка и почему большегрузы не пускают, пограничники России официально не объясняют. З інформації від подорожуючих з російської сторони стало відомо, що пропускні операції вантажних автомобілів не здійснюються із-за виходу зі строю приладу для огляду вантажних автомобілів «Рапіскан». Це обладнання рентгенна установка, яка здійснює поглиблений огляд транспортних засобів. Стоят машины еще на одном пункте пропуска с Россией. В Бачевске Сумской области выстроилось около 60 грузовиков. Единственное, что могут сделать украинские пограничники, советуют водителям объезжать Бачевск и Гоптовку. Впрочем, после обеда стало известно, что вышедшее из строя оборудование для досмотра грузов отремонтировали. И российские пограничники начали оформлять фуры. Анастасия Старовой, Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область.